Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Откровение Иоанна Богослова. Ранее в предыдущих сериях мы рассказали вам о странах, которые будут принимать участие во всем процессе, о тех, ну скажем так, таинствах, которые поведал Иоанну Богослову тот самый Бог. Ну и самое главное, мы знаем теперь уже их планы и некоторые события, которые запустили процессы пришествия того самого дьявола, сатаны, Энки, Мардука, Машиаха и других имен. Важно другое, что последующие главы, а речь сейчас пойдет о 12 и 13 главах нашего Откровения, будет очень масса событий. Мы сначала уйдем с вами далеко назад и снова вернемся вперед. И все потому, что 12 и 13 главы, они и являются центром вращения всей нашей системы. Они показывают, как прошлое связано с настоящим. Они показывают, как именно происходит перезапуск нашей матрицы и кто принимает непосредственное участие во всех этих процессах. Важно и другое, что в этой главе присутствует огромное количество героев. Змей, дракон, бог, дьявол, Иисус, Агнец, Дева, жена и множество других. Но зачем столько непонятных героев? Ведь до этого все было четко. У нас был Бог, у нас был Агнец. У нас были старцы, у нас были животные. Но здесь очень много всех, и все друг с другом воюют. Так кажется на первый взгляд. Но если все-таки посмотреть с другой стороны и еще раз вернуться к моему предположению, что речь в Откровении Иоанна Богослова идет исключительно о становлении царствия сатаны или тьмы, и так называемый Мессия, который здесь описан, на самом деле таковым не является. Ведь спасение требуется Богу. Помните? В 7 главе четко было сказано, что спасение требуется Богу и Агнцу Божьему. И только после того, как они будут спасены, и этому посвящена 10 и 11 главы Откровения, начинается самое жесткое, что может придумать человеческий разум. Это жатва на планете Земля. Землетрясениями они не управляют. Лишь части из них, которые будут связаны с открытием шахт, а вы помните, возле реки Евфрат 4 водные артерии будут принимать участие в открытии шахт. И 20 тысяч анунаков во главе с богом Черномором, вышедшим из Черного моря, Энки, и, конечно же, с богом Мардуком, вышедшим из Аденского залива, будет приходить на нашу планету за пределами райского уголка Нового Каира. Война, которую раньше мы даже не знали. И напомню, что Англии, Франции и Соединенным Штатам Америки разрешено применение ядерного оружия, дабы бунт язычников был подавлен и уничтожен. Но это еще не начало жатвы. Жатва впереди. А вот в этой главе я хочу акцентировать внимание еще раз на наш проект «Глаз змеи», где во втором фильме мы рассказывали историю анунаков. Если вы помните, то там воевали между собой два бога. Это Энки и Энлиль. Воевали они за престол на землю. И в конце времен, когда битва была полностью завершена и заключен был так называемый между ними мир, они распределили. Таким образом, Энлиль стал богом небес, а Энки стал богом земли. В последующем Энки, понимая, что он болен, а он был действительно ранен, он передал часть своих полномочий своему сыну, еще одному богу, так называемому Мардуку. И Мардук стал царем морей и океанов. Мы его знаем как Нептун, да? Ну и самое главное, что Мардук живет в океанах, Энки живет внутри литосферных плит, в неких норах, которые он там путешествует и ходит. Ну а Энлиль живет на небесах. Дальше вы помните, что у Энки была жена Нинмах, мама Мардука. Так вот, она была низвергнута на землю вместе со своим супругом. Однако она не захотела
стать постоянной женой, скажем, потому что она не хотела жить на Земле. Она хотела вернуться обратно домой, на свою родную планету, так называемую Нибиру. Так вот, она вошла в сговор с братом, то есть, получается, с Энлилем, и вернулась обратно. Поэтому Энки был страшно разозлен, что его предала его собственная жена. Тем более, что она, именно она, должна была родить ему еще одного сына, или брата Мардука. К счастью, сына она родила и оставила на земле, а уже после вернулась обратно. Так вот, Энки был настолько разозлен, что он попытался ее убить. Но Энки не ожидал, что Энлиль спасет его жену. Именно об этом говорится в 12 главе. А теперь еще самое главное. Давайте я вам перечислю уже героев 12 главы в их непосредственном обличии, с тем, чтобы вы могли сейчас остановить видео и еще раз перечитать. Быть может, вы сможете разгадать те таинства, которые здесь сокрыты. Итак, змей – это Энлиль, дракон – Энки, бог, архитектор матрицы, дьявол, Мардук, Иисус, сын архитектора, Агнец, брат Мардука, дева, мама Иисуса, жена, это жена Энки и мама Агнца. Здесь перечислены абсолютно все герои. И мы видим здесь две семьи. Первая семья – это жена Энки и мама Агнца, или, скажем, следующего дьявола, да, не Мардука, а брата Мардука. И вторая женщина – это Дева, мама Иисуса Христа. Ну, будем называть ее Богородицей, да? Так вот, что здесь важно, что изначально Иисус Христос, или в частности, если правильно сказать, то Радомир действительно был рожден на земле. И действительно, он нес праведные, скажем, наставления людям. Он действительно пошел именно в Израиль, потому что это единственная территория на тот момент времени, в древние времена. Это единственное государство, которое не несло истинных природных конов. Поэтому он пошел в Израиль, чтобы попытаться исправить эту ситуацию. Мы помним, что в Санте и Ведах Перуна сказано, что нашего настоящего проповедника убьют, а его именем назовут целую религию. И в последующем сынов Иисуса будут называть и подменять уже сатаной или агнцем или спасителями. Это сказано в Санте и Веда Перуна, оставленных на планете Земля 40 тысяч лет тому назад. Так вот, что мы здесь видим? Что основная задача так называемого дьявола или дракона – это уничтожить настоящего Иисуса Христа и подменить его, самое главное, своим собственным сыном или братом Мардука. Вот какая сейчас стоит задача перед всеми теми событиями, которые мы будем рассматривать в этой главе. И обращаю ваше внимание, что если Иисус рождается естественным путем на планете Земля, я имею в виду, что он родится у родителей, которые обычные люди, ничем не примечательны, они даже не будут подозревать, что они родили, по сути, посланника архитектора или настоящего Творца. Обращаю также внимание, что по предсказаниям Ванги, Кейси, Нострадамуса, этот спаситель будет носить женский пол, а не мужской. Но это, собственно, не так важно. Важно другое, что в тот же самый день через масонские ритуалы, сатанинские обряды необходимо будет зачать бога Энки, то есть сына бога Энки. И он родится в тот же самый день, что и сам Иисус Христос. Но так называемый Иисус Христос. Важно другое, что подменить его нужно сразу. Ну, по крайней мере, так они хотят. Если вы помните, в Древнем Египте, в день, когда был рожден ребенок, был дан приказ уничтожить абсолютно всех детей. Если вы помните, в свое время
ну, скажем, даже в российские времена, также был отдан указ уничтожить всех детей. И в фильме «Омен» также в день, когда был рожден ребенок Бога, настоящего Бога, был дан приказ уничтожить всех детей. В «Откровении от Матфея» был дан приказ уничтожить всех детей. Все это сделано для того, чтобы не пропустить рождение настоящего Спасителя мира. Но в наше время, с учетом правовой системы, уничтожить детей будет практически невозможно. Если, конечно, не посадить всех нас в дома, не вставить определенные чипы и не контролировать рождение детей через режимы самоизоляции. Ведь если раньше женщина могла родить ребенка даже дома и уже в последующем зарегистрировать его, то сейчас подобная процедура не получится, ведь необходимо сразу же привить и получить иммунный паспорт на каждого ребенка. И так они не пропустят Иисуса. Важно сказать другое, что 5 раз они уже пытаются сделать эту процедуру, и 5 раз она у них срывается. И я верю в то, что она сорвется и сейчас. Я хочу, чтобы вы знали, что в Библии на этот и в Откровении есть еще один вариант. Если не получится убить ребенка и заменить его сразу, как показано в фильме «Омен», там у них как бы получилось, то есть второй шанс. Это тогда, когда Иисусу или Спасителю, да, будет 12 лет. Я вам акцентирую внимание, что Иисус предстает перед нами только 3 раза. Первый раз в Библии – это 12 лет. До этого его как будто нет. И после 12 лет также нет. И второй этап – это 30 и 33 года. Ну, в 33 года мы знаем, что он погиб. И это очень важно нам акцентировать внимание на 33 года. Поэтому они готовят сразу 2 операции. Сегодня, я чуть позже назову дату, и второй этап – это в 12 лет. Это то, что описано в самой Библии. Ну а теперь, когда вы знаете о том, что задача подменить настоящего Иисуса, о том, какие герои, чьими настоящими именами здесь названы, теперь вам все станет ясно. Ведь каждый приход так называемого Спасителя приходит абсолютно по одинаковой сцене. И если мы знаем, как описано это в прошлом, мы знаем, как это будет происходить в будущем. Поэтому я и начинаю вам читать 12 и 13 главы, чтобы вы понимали, что будет происходить. Поехали! Ну что ж, начинается самый сложный этап, потому что нам необходимо обратиться к астрологии. Под описанием видео есть ссылка на один весьма интересный сайт. Я рекомендую вам скачать эту программу по этой ссылке и установить на свой компьютер. Там есть некоторые настройки, если вам будет интересно, то вы сможете в них покопаться. Мы же использовали эту программу для того, чтобы вам представить небо астрологическое и показать, как астрология назначает нужные даты для Мардука и Энки. Итак, поехали. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Помните, жена – это настоящая мама, то есть Богородица. Так вот, здесь говорится о том, когда будет зачат и рожден духовный образ Иисуса, будущего Спасителя. Ну и мы видим, да, что под ногами ее луна, облеченная на плече, сидит у нее солнце, а на голове ее венец из 12 звезд. Если вы посмотрите на карту, то уже прямо перед вашими глазами показано, что над головой у Богородицы
расположено созвездие Льва, состоящее из 9 звезд. Ну и, собственно говоря, именно в этот момент, 23 сентября 2017 года, над головой Богородицы с 9 звездами, слагающих созвездие Льва, также встанет Меркурий, Уран и Марс. Так 3 планеты и 9 звезд во Льве составит 12 звезд в короне у Богородицы. И самое важное, что в этот момент в чреве у нее действительно будет находиться Юпитер. Он будет располагаться там 9 месяцев. И через 9 месяцев он будет рожден. И таким образом мы получаем, что 23 сентября 2017 года родится дух будущего спасителя мира. Ну а зачат он будет в реальном физическом мире через 1260 дней. И эта дата составляет в ночь с 5 на 6 марта 2021 года. То есть еще раз, зачатие в период с 5 марта, опять с 5 на 6 марта 2021 года, и через 9 месяцев у своей реальной физической мамы он родится в ночь с 24 на 25 декабря 2021 года. Мы опять получаем, что Иисус имеет отношение к дате 24-25 декабря, а его физическое зачатие 5 марта. И наши анунаки и их соратники, они безумно боятся вновь то самое 5 марта. 5 марта является датой их зарождения и датой их погибели. Сейчас все стоит на карте. Обращаю ваше внимание, что подобное сочетание звезд происходит раз в 7000 лет. То есть такие события – это слишком большая редкость, чтобы быть совпадением. А это означает, что мы действительно сейчас живем в период, который весьма важен. И обращаю ваше внимание, что если мы посмотрим с востока от Солнца, помните, в предыдущей главе говорилось о том, что тот самый Спаситель или вообще спасение придет с востока от Солнца. И если мы посмотрим на восток от Солнца, от эклиптики движения того самого Юпитера, то мы попадем с вами в созвездие Дракона. И дракон, между драконом и нашей Девой, то есть Богородицей, расположены еще 2 созвездия. Рядышком находится Малая Медведица, символизирующая Русь. Ну и самое главное, между ними стоит созвездие Волчицы. Обращаю ваше внимание, что за всю историю вот этих вот библейских детей, братьев, да, это не только Энки и Энлиль, но и Мардук и его будущим рожденный брат, также мы представляем в истории еще несколько весьма интересных героев. Ну, например, Ромул и Рем, Маугли и Тарзан, Амал и Камал, Авель и Каин. Вы представляете, все они, все эти, еще раз напоминаю, да? Маугли и Тарзан, Ромул и Рем, Амал и Камал, Авель и Каин. Все они воспитывались волчицей. Волчицей. Именно волчица расположена между. А если вы посмотрите фильм «Омен», то там дьявола тоже воспитывает волчица. Поэтому в момент, когда у реальной физической женщины рождается Иисус, который будет воспитан нормальными физическими людьми, тот самый Мардук или тот самый брат Мардука в большей степени, они воспитываются, то есть дьявол, он воспитывается не в человеческой семье, он воспитывается животными. Но я полагаю, что, конечно, речь идет о символе, ведь в данной ситуации речь идет о масонском ложе. То есть этот ребенок будет воспитан волчицей, в смысле хищниками по отношению ко всему человечеству или масонским орденам. Собственно говоря, об этом, на мой взгляд, сказано во всех этих легендах и в первую очередь в начертании этого созвездия. Также я вам напоминаю, что бога Аполлона, которого тоже воспитывала волчица,
И у него тоже был брат, о котором, к сожалению, в Древней Греции весьма мало сказано. Он имеет прямое отношение к 9 главе Апокалипсиса. Если вы помните, там сказано, что царем станет Авадон или Аполлион, или Аполлон. Ну или, собственно говоря, брат Мардука, тот самый Агнец, о котором все это время мы и ведем, как говорится, речь. Так вот, мы с вами определили, что у этой жены, у этой девы родится некий ребенок, которого в последующем необходимо будет уничтожить. По крайней мере, так сказано. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Помните, над ней находится красный дракон. С 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Если вы посмотрите на созвездие дракона, именно это вы увидите. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Действительно, это так. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. В данной ситуации ведь речь идет о зарождении духа, да? То есть, если перед этим мы говорили с вами о девушке, которая рожает дух Иисуса Христа или Спасителя, то мы, в этот момент дракону необходимо съесть этого младенца для того, чтобы его дух даже не попал на землю. Об этом и как раз речь идет. И родила она младенца, ничего не получилось, мужеского пола. Мужеского пола здесь не имеется в виду, что он мужчина. Мужеского пола, если мы помним слово man на английском языке, означает человека, то есть человеческое дитя родилось, которое надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Здесь уже говорится о рождении как раз сатаны, потому что к нему не относится ни одна фраза о насилии или необходимости его убить. То есть сначала нам говорили о том, что некая Богородица рождает младенца, и его необходимо уничтожить. А далее пишется, что все-таки женщина, какая-то женщина родила ребенка, и этому ребенку необходимо было в будущем пасти жезлом железным все народы. И жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, опять, да, 3,5 года. То есть жена Энки, родив сатану, сбегает в пустыню, и не стоит очень сильно плакать по этому поводу, потому что в предыдущей главе мы рассказали, что в этой пустыне будет достроен уже к этому времени потрясающий красивый город, который называется Новый Каир, и именно туда она и рванет. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. То есть начинается война между двумя кланами, потому что сейчас очень важно, чтобы, во-первых, оба ребенка выжили. Это самое главное, даже при условии, что должен, конечно же, выжить бог сатаны, это все-таки ребенок. Оба должны выжить, поэтому оба клана начинают бороться за жизнь каждого из своих детей. Это Михаил и ангел, да, воевали. Но, к сожалению, в нашем случае ангелы здесь представлены в отрицательном образе в Откровении Иоанна Богослова. Михаил – это архангел Михаил, который будет воевать за нашего ребенка, а ангелы будут воевать за сатану. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. То есть война перейдет на землю. Помните, да, разверзнутся возле реки Евфрат, разверзнутся бездны, и придется воевать уже на земле. И мы видим о том, что именно в этой точке опять 10, 11 и 12 главы из прошлого снова входят в одну точку. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Здесь речь идет о том, что в этот момент, когда начнут происходить те самые землетрясения, дьявол, мы помним, что дьявол это Энки, вернется обратно на землю, и вместе с ним древний змей, это его сын Марду. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, и ныне стало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клевечащий на них перед Богом нашим день и ночь». И вот здесь самая интересная фраза. Но, во-первых, речь идет о том, что
когда вот эти два бога, я имею в виду Энки и Мардук, будут низвержены на землю, то есть вернутся обратно на землю, то в этот самый момент брат Энки Энлиль, а здесь говорит клеветник братьев наши, он тоже попробует вступиться в войну. И он будет давать всевозможные катаклизмы на планете Земля днем и ночью. То есть катаклизмы, которые сейчас происходят периодически, тогда будут происходить постоянно. И здесь как раз ключевая фраза, да, вот это «братьи наши». До этого никогда не говорилось о том, что у Бога, у Энки есть брат. А здесь четко сказано «брат», а братом Энки является Энлиль. «Они победили кровью Агнцем и слово свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы помним о том, что неоднократно, когда они восставали против человечества, им дано небольшое время для правления, об этом также будет сказано в Откровении, после чего им необходимо вернуться обратно в свои чертоги, и поэтому им не нравится. Они не возлюбили души своей, то есть им не нравится такая участь, что им приходится все время восставать на определенное время и вновь уходить в свое подземелье. И они даже называют вот этот уход в подземелье смертью, хотя речь идет о летаргическом сне. «Итак, вселитесь, небеса, обитающие на них, горе живущих на земле и на море». Казалось бы, по их мнению, родился Спаситель, и они говорят «горе живущим на земле». «Потому что к вам пришел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Вернувшись обратно, воскреснув на земле, дьявол или Энки с его змеем-сыном Мардуком понимает, что времени остается ему мало. И когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца муженского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времен и полувремен. Получается, что вот эта жена Энки, которая родила ребенка, и она сбегает оттуда, бежит в сторону того самого места, где можно укрыться или спастись, потому что ей не хочется служить Энки в последующем. Но, тем не менее, он говорит о том, что он начал ее преследовать. И читаем, что дальше. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Интересно, что в одном из американских фильмов очень красиво показан этот эпизод, когда мумия отправляет всю стихию воды на то, чтобы поглотить женщину, которая могла предотвратить восстание так называемого мумия, да? И тем не менее, вдруг неожиданно этот корабль влетает в щель гор, и вода ударяется об эти скалы и не может следовать за ними дальше. И что же здесь написано в Священном Писании? «Но земля помогла жене, и разверла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Если вы помните, в шумерских текстах Энлиль, когда Энки попытался убить свою собственную жену Нинмах, Энлиль спас Нинмах и позволил ей вознестись на небо непосредственно к нему на космический корабль. Именно об этом то же самое и говорится. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». И вот это самая золотая фраза в Откровении и, в частности, в 12 главе. Так вот, получается, что жена вот эта, которая родила сына сатану, она каким-то образом имеет отношение в том числе и к ребенку. И здесь встает вопрос. Но у меня только догадка, в Откровении, к сожалению, об этом ничего не сказано. Давайте еще раз. Родится ребенок, два точнее ребенка, которые будут зачаты в один день. В один день они родятся от одной и той же женщины, которая будет иметь два обличия. Это жена Энки, то есть речь идет о, скажем так, генетической приверженности этой женщины непосредственно к анунакам, и она же является мамой будущего спасителя мира. И мы помним, что все вот эти герои, да, я имею в виду
Ромул Рем, Амал и Камал, Авель и Кавель, да, Тарзан и Маугли, тот же самый Аполлон и его брат, все они были близнецами. Тогда получается, что в день, когда будет зачат этот ребенок, вполне вероятно, я не утверждаю, что, возможно, речь идет об одной и той же женщине. И чтобы женщина не повлияла на волю ребенка того и другого идти по светлому или по темному пути, по этой причине ее было намерено убить. Этих детей разделят и отправят в разные семьи. Сына Энки, Сатану, будет воспитывать орден масонов, а ребенка святого, светлого, будет воспитывать некая приемная семья. Я, по крайней мере, эту историю вижу так. Ну, и здесь, по сути, есть какое-то косвенное подтверждение. Давайте я вам еще раз прочту. «Рассвирепел дракон Энки на жену свою Нинмах и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». А теперь описано, прочие от семени ее, речь идет о еще одном ребенке. То есть есть ребенок сатаны и есть второй ребенок. И кто же этот ребенок? Сохраняющим заповеди Божии и имеющий свидетельство Иисуса Христа. То есть он сохраняет проповеди или даже, правильно сказать, коны Божьи и свидетельство Иисуса Христа. На мой взгляд, эта фраза лишний раз указывает на то, что речь идет о том, что у этой женщины родится двое детей. Далее в 13 главе, я не буду ее так сильно читать, поскольку здесь очень важно блоками рассмотреть всю историю. Так вот, в 13 главе говорится далее о глобальной перестройке всей мировой религии. И я, с вашего позволения, сошлюсь на несколько статей. К сожалению, я не нашла завершения этой истории, но я очень надеюсь, что к моменту, когда выйдет этот ролик, то уже что-то появится, и мы тогда вам дадим эту информацию. Итак, «И стал я на песке морском», речь опять идет об Иоанне Богослове, «и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Мы вновь возвращаемся назад к времени, когда из Аденского залива, из Черного моря выйдут вот эти самые звери. Но здесь вопрос в том, что вот эта глава, 13, из всех глав имеет две категории прочтения. С одной стороны, она описывает пришествие того самого Машиаха, а с другой стороны, она дает подтекст. И сейчас, с вашего позволения, я как раз буду вам читать подтекст, то есть вторую версию. Первую вы уже сами знаете, я неоднократно рассматривал в предыдущих главах. Итак, «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». С первой стороны, если вы помните, сначала восстал дракон из Черного моря, обладающий властью над землей, а позже восстанет бог Мардук, и Мардуку дьявол передаст власть, то есть Энки передаст всю полноту власти своему сыну Мардуку, и тот в последующем будет уже править негативом на планете Земля. Но суть не в этом, что если рассмотреть, в этой главе у нас встречается два зверя, если посмотреть другой подтекст, более политического характера, то мы получаем, что зверь, который вышел из моря, подобно барсу, медведю и так далее, это на самом деле религия, как таковая религия, где барс – это религия, касающаяся ислама, медведь – это религия, касающаяся православия. И пасть у него, как у пасть у льва. Мы помним, что одним из символов иудаизма является именно лев. И у нас в конце времен встают три религии. Еще раз, ислам, иудаизм и православие. «И дал ему дракон силу свою, престол свой, великую власть». То есть сатана внедрил силу в эти три религии. Что имеется в виду сила? Имеется в виду тайные знания, какой-то опыт, который он передал, какие-то планы и прочее. «И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Речь, безусловно, идет о христианстве, потому что к моменту, когда через буквально там несколько, полтора года будут происходить те самые события и землетрясения, к этому моменту христианство будет практически
низверженный из умов человека, поскольку уже сейчас ведется весьма полномасштабная работа над тем, чтобы дискредитировать христианство как основную религию. И вот здесь как раз об этом говорится весьма явственно, что одна из голов – это именно христианство будет смертельно ранено, но эта смертельная рана будет исцелена. То есть частично некоторые вопросы о дискредитации христианства будут решены одним действием, чуть попозже скажу каким. «И удивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть зверь – это объединение трех религий – ислам, иудаизм и христианство. Давайте вернемся обратно к этому зверю. И мы видим, что зверь из моря имеет 7 голов и 10 рогов. И на рогах его были 10 диадым, и на головах его имена богохульные. Давайте разбираться. Ну, самое главное, конечно, речь идет о головах. То есть есть головы и рога. Голова – это что-то живое, то что-то признанное, да, а рога – это что-то отмершее, но, тем не менее, имеющее отношение к этой ситуации. Дальше на рогах было 10 диадим, а на головах имена богохульные. Давайте разбираться. Итак, если мы с вами посмотрим на современную религию, то у нее представлено, как это ни странно, то есть 7 голов, помните? 7 основных религий, религиозных течений. Я их перечислю. Христианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм, гностицизм и неоязычество. К неоязычеству я отношу, и в принципе не только я, мы относим те религии, которые являются официальными в различных регионах, но при этом не относятся к христианству, иудаизму, исламу и так далее. Это вот как раз те самые неоязычники. Но здесь в большей степени, конечно, африканская религиозная система, где очень много племен, и они верят в свое. Ну или, скажем, перуанцы, майянцы, у них свои боги. Они также признаны на официальном уровне, поэтому все эти религии объединены в так называемое неоязычество. Дальше вы помните, что в Откровении говорится о том, что на головах его имена богохульные. Речь идет, естественно, об именах пророков. И если мы смотрим с точки зрения как бы отрицательной стороны, да, что как будто бы сатана, именно от его имени идет вся эта история, да, то как раз имена настоящих пророков для него являются именами богохульными, потому что он смотрит на светлых пророков с точки зрения себя, как князя тьмы. И давайте я перечислю тех, кого смогла найти. 7 имен я нашла только, к сожалению, 5. Это Иисус, Моисей, Будда, Мшах и Мухаммед. Да? Наверняка есть какие-то еще в других религиозных направлениях, но я, к сожалению, небольшой специалист в религии, я не нашла. Это пророки. Дальше мы с вами видим 10 рогов и на них 10 диадим. К рогам относятся так называемые нео-религии. Это религии, которые также признаны государством, а это по факту на самом деле это большие крупные секты, но государство почему-то их принимает и не вызывает у этих нео-религий какие-то уголовные дела или привлечение какой-то там административной, неважно, ответственности. В общем, давайте я вам перечислю. И к удивительному, не знаю, совпадению это или что, но этих нео-религий 10, как 10 рогов. Это саентология, акхори, зороастризм, неодруидизм, славянство, протестантизм, лютерианство, мормонизм, бахаизм и кришнаизм. 10 нео-религий. И у них, как вы помните, 10 диадим. Это секты, о которых знают в нашем мире, но их не разгоняют, на удивление. Я перечислю эти секты вместе с странами, в которых они процветают. Это Хонохала, это Япония, Раилианцы, Франция, Русская христианская церковь, пожалуйста, не путайте с Русской православной церковью, Россия, Орден Храма Солнца, Россия, секта Шри Радхакниша, Оша, Индия, секта Мэнсона, США, Врата Рая, США, Аум Синрике, Япония, Храм народов, Гайана. То есть мы с вами, по сути, затронули все религиозные течения.
Это в первую очередь религии, неорелигии, секты и ну, из семи только пять пророков. Поэтому первый зверь в первую очередь это классические религии. И как мы видим, этот зверь должен объединить все религии, которые существуют сейчас, и оставить только три во главе. Речь идет, конечно же, еще раз повторюсь, христианство, ислам и иудаизм. Обращаю ваше внимание, что в этом году, в июне, должно было состояться содружество или слет в Гааге всех религиозных деятелей и руководителей культов. Все абсолютно без исключений, от ислама, от буддизма, от христианства, все абсолютно, от иудаизма, все должны были явиться на это так называемый слет дружбы религий. Их задача была примирить все религии. Обращаю ваше внимание, что практически нет статей в интернете на эту тему, то есть только о том, что этот слет должен состояться, и о том, чтобы на этом слете все эти руководители религиозных течений обязаны будут объявить об единстве религии первое и объявить, ну скажем так, правящий состав религий, который в последующем будет давать наставления в будущих временах. Стоит вопроса два. Первый вопрос. А зачем это делать сейчас? Это первое. И второе, что, собственно говоря, и начали говорить журналисты, из-за чего их статьи удалялись из сетей, а против них были уголовные дела, возбуждены. Так что они спрашивали? А зачем вы объединяете религии, если в Откровении напрямую сказано, что во времена, когда религии начнут объединяться, придет тот самый сатана? Более того, здесь сказано, что сатана выйдет из моря. А море позже, в следующих главах, я вам это покажу, будет дано определение. Море – это народ. То есть из народа выйдет некая объединенная религия, которую все примут, и это станет началом конца. Так вот, собственно говоря, когда это событие произошло, я уверена, что оно произошло, ни один журналист на планете Земля не написал ни одной строчки о том, какое решение было принято на этой дружбе религий, и что нам теперь ждать? Кто теперь будет править всем религиозным сообществом мира? И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Ну, конечно, кто подобен единой религии? Никто. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. То есть с 22-го года, то есть именно с конца декабря 2022 года, 3,5 года они будут богохульно и гордо провозглашать новую, единую, мировую религию. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущим на небе. То есть опять-таки речь идет о том, что вот это вот некое большое религиозное объединение будет противостоять настоящей истинной вере. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Зачем нормальной религии бороться против святых? Вот скажите мне, если это, конечно, не идет речь о каком-то дьявольском плане. И дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Это когда этой церкви давалась власть над народом? Если церковь всегда являлась оппозиционером власти, и поклонятся ему все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Я вам напоминаю, что в книгу жизни будут вписаны те имена, которые не будут, те люди, точнее, которые не будут подвержены чипизации. Кто имеет ухо, да услышит. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. У нас, походу, наступает еще один так называемый священный поход, да, или крестный поход, когда объединенная религия пойдет на народы. И вот об этом как раз здесь и говорится. Будут убиты от имени, ну, скажем, Христа, да, на самом деле от имени сатаны. И дальше выходит еще один зверь. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога,
подобным Агнчим, и говорил он как дракон. Здесь речь идет о тайных обществах, и действительно всего два направления. Ну, я не буду сейчас говорить масоны, иллюминаты и так далее, потому что это уже как следствие, да? На самом деле в мире на сегодняшний момент существует два тайных общества, у которых есть как бы филиалы. Одни управляемы тамплиерами, это те, которые в свое время воевали против истинной веры, да? И у них был свой сатанинский клуб. Ну и, конечно же, ассасины. Если вы помните, ассасины относят к арабским, османским регионам. И, как я вам ранее уже рассказывала в предыдущих видео, именно османы или ассасины победили Священно-Римскую империю, а уже в последующем были разбиты и уничтожены, власть Турции была захвачена, и теперь ислам уже стоит на стороне прихода сатаны. Так вот, в чем здесь стоит, о чем здесь идет речь, что вот эти два направления, ассасины и тамплиеры, они начнут между собой открыто воевать. И я очень надеюсь, что ассасины скоро покажут себя, потому что на сегодняшний момент пока только тамплиеры активно действуют. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, который смертельно рано исцелена. То есть один из них, именно одно из тайных обществ, попросит все-таки преклониться перед настоящими истинными религиями, которые были до объединения. Ну, пусть это даже та же самая христианство, ислам, иудаизм, буддизм и прочее-прочее, но главное, что это религии, которые были до объединения. А второй будет уже воевать против именно то, чтобы сохранить единство всех религий. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И вот здесь уже речь идет о том, что вот эта единая большая религия, она будет не просто воевать и бороться за чипизацию, а именно она будет являться причиной прихода вот этой чипизации. Тайное общество, а которое второй зверь, то есть второй зверь, он является тайным обществом, и тайное общество под защитой религии будет выводить на мировой рынок чипизацию. Малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. А мы помним, что сейчас Билл Гейтс создал дьявольский патент под цифрами 666. И этот патент напрямую связан с возможностью управления и реализации искусственного интеллекта на планете Земля. Но и он не единственный. Илон Маск занимается тем же самым процессом. Более того, если Билл Гейтс все-таки как-то немножко сторонится и старается не давать открытых, откровенных комментариев, то Илон Маск напрямую, четко и ясно утверждает, что да, я занимаюсь чипами, да, мои чипы будут внедряться в мозг. Таким образом, у нас Билл Гейтс занимается чипами на руку, а Илон Маск чипами в головной мозг. И вот эти два человека реализуют план. Здесь мудрость, кто имеет ум, сочти число зверя, ибо число человеческое, число его 666. Ну, как мы видим, это конец 13 главы. В 13 главе все же, еще раз вам говорю, говорится о двух зверях. Первый зверь – это объединенная религия, где каждая из религий потеряет свою суть. И я очень надеюсь, что главы всех религиозных сообществ все-таки сохранят какую-то, знаете, индивидуализацию религии. Я человек абсолютно нейтрален к любому типу религии, к любому типу вот этих рогов, диадим и так далее. То есть я никаким конфессиям, течениям, направлениям религиозным никакого отношения не имею. Но, тем не менее, я с большим уважением и почетом отношусь к каждой из религий. Я уверена, что в каждой из этих религий существуют правильные наставления и вести. Но мне не очень нравится идея о том, что в Откровении Иоанна Богослова, где говорится о непосредственной схеме прихода Антихриста на землю, в том числе указывается на то, что в конце времен все религии объединятся. И все эти религии, по сути, утратят свои идентичности, свои какие-то таинства.
то, что отличает их от других религий, дабы служить единой идее. И эта идея будет принести, как им покажут, мир на планету Земля. Вы помните, во время крестовых походов было убито гораздо больше людей, чем за все мировые войны. И мечом они, по сути, присягали на верность сатане, дабы нам провозгласить ту или иную веру или религию. Я очень надеюсь, что это желание богов не исполнится, а мы, в свою очередь, будем четко и ясно понимать, что на самом деле происходит на планете Земля. У каждого есть право на свою религию, каждый имеет право защищать религию. И очень хотелось бы, чтобы наши правители, мировые правители, не пошли на поводу у откровений и не позволили, не помогли свершиться этим событиям. Также я акцентирую внимание, что ранее в 7 главе Откровения говорилось о том, что если люди не примут печать Бога, то тогда на них посыпятся все мыслимые и немыслимые землетрясения, катаклизмы, войны и в том числе эпидемии. Дальше приводится сценарий того, как это будет происходить. И это всего лишь разговор, как если бы я бы блефовала бы перед своими будущими рабами, да, я бы им сказала: ребята, и вот если вы не примете, то тогда я вам сделаю это и прочее. Но лишь в конце 13 главы говорится о том, что эта чипизация уже пришла, а это означает, что с 14 главы и далее мы увидим реальные события. Не то, что Бог или Агнец нам флиртуют с нами, навязывают, как бы обманывают нас, а то, что на самом деле будет. И вот сейчас, уже в последующих главах, вы узнаете, что погибнут как раз те, кто примут печать Бога. С вами была Джули По. И я очень хочу, чтобы мое видео не стало для вас каким-то наставлением. Ведь в первую очередь каждый человек имеет право на свою точку зрения. Я лишь рассказываю свою. Я ни в коем случае не хочу никаким образом задеть чувства верующих людей. Я верю в искренность и доброту каждой религии. Я не принимаю ни одну из них, но каждую из них я искренне верю. Я очень надеюсь, что в какого бы Бога вы ни верили, какой бы пророк ни принес вам истину, мы все вместе не допустим прихода сатаны. Ибо имеющий глаза обязательно увидит сигналы, а умеющий ум правильно их расценит. До свидания. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнеца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась, в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто сможет сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен.
кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.